А это что еще такое? Распустили животы. И я туда же. А ну быстро встаем и начинаем делать пластику живота. Будем делать талию. Вернее, не встаем, а ложимся. Нам понадобится мат. Друзья мои. Давай, взбодрись и присоединяйся ко мне. Укладывайся на мат, на живот. Упор на локти. Дышим ровно, вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Дышим ровно и глубоко. При этом мы поднимаем, как бы притягивая живот к пояснице, отрываем живот от пола. Вот так. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Теперь отрываем вместе с животом еще и ягодицы. Опускаемся. Живот всегда втянут, практически приклеен к пояснице. Теперь отрываем живот, ягодицы и колени. Все вместе. Упор на локти и на ступни. Поехали. Делаем мостик. Расслабились. Теперь мы отрываем живот, ягодицы и поднимаем таз вверх. Выталкиваем себя вот так. Опускаемся. Растянем мышцы живота. И переворачиваемся на спинку. Ноги согнуты в коленях, пяточки подтянуты к бедрам. Ручки заводим за голову и отрываем лопаточки, отрываем стопы, подтягиваем колени, возвращаем стопы, возвращаем лопатки. Поехали. Достаточно простое упражнение. Хорошо прорабатывает мышцы пресса. Отрываем лопатки и задерживаемся. Держим себя мышцами живота, мышцами пресса. Еще два. Теперь все вместе. Отрываем лопатки и одновременно отрываем стопы. Отлично. Переворачиваемся на бочок. Одна рука у нас выпрямлена вдоль тела, вторая ручка является опорой. Отрываем голову и ноги вместе, поднимаем вверх. Задерживаемся, возвращаемся. Хорошо работают боковые мышцы пресса. Отрываем ручку от пола, заводим за голову и задерживаемся. Нелегко. Поменяли позицию, перевернулись на другой бок. И все то же самое. Держим себя боковыми мышцами, когда поднимаемся. Ручку за голову и задержимся.
хорошо, растянем себя. И ложимся опять на живот. Руки за головой. Отрываем голову с лопатками от пола. Задерживаемся в этом положении. Возвращаемся. Теперь делаем поочередно. Левый локоть и правый заводим за спинку. Как будто бы посмотреть, кто там у нас. Кто там у нас? Теперь мы отрываем голову с лопатками от пола, одновременно с ногами. Поехали. Теперь отрываем один локоть, допустим, левый, и противоположную ногу от пола, как бы подтягивая друг друга. Еще 8. Хорошо, растягиваем тело. Тянемся ягодичками к пяткам, ручки вперед. Становимся на четвереньки. Упираемся ладонями в пол, коленями в пол. Поднимаем противоположную руку и ногу вверх и подтягиваем друг к другу. Выдох. Ой. Меняем руку и ногу. Потянемся. Становимся опять на четвереньки. Поднимаем противоположную рукой ногу и открываем. Отводим ногу в сторону и ручку в сторону. Возвращаем к середине. Опять открываем. Опять возвращаем к середине. Стопа слегка тянется на себя. Меняем руку и ногу. Опять открываем, закрываем. Становится жарко. Тело хорошо разогревается. Отлично. Встряхнем ручки, чтобы расслабились мышцы. Становимся в позу на колени. Одна нога у нас выходит вперед. Упираемся на стопы. Заводим противоположную руку к противоположной ноге назад за голову. И делаем вот такие сокращения, скручивания. Меняем ножку. Хорошо. Теперь садимся на пол. Одну ногу выводим перед собой, вторая ножка согнута в колене и подтянута к бедру.
заводим противоположную руку противоположной ноге за колено и растягиваем боковые мышцы пресса. Смотрим назад за спинку. Меняем ножку. То же самое.